Свыше 184 миллиардов долларов составил объем мирового рынка видеоигр в прошлом году. По данным аналитиков, самыми активными покупателями были жители Китая и США. На них пришлась половина от всего объема. Следом идут Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Лидирующую нишу уже второй год подряд занимают мобильные игры. Не отстает от трендов и Казахстан. По данным Федерации киберспорта страны, больше 5 миллионов казахстанцев играют в компьютерные или мобильные игры.